Больше сотни населенных пунктов без электричества, много поваленных деревьев, поврежденные строения и порывы ветра до 22 метров в секунду. Ураган, который обошел стороной город Киров, наделал проблем по области. Грозовой фронт затронул в основном только юго-западные районы утром в среду. О сильных порывах ветра еще накануне предупреждали спасатели. В итоге очевидцы сообщают о множестве поваленных деревьев, которые чудом никого не задели. Кроме того, 142 населенных пункта остались без электричества. Зафиксированы многочисленные обрывы проводов. Восстановлением электричества в среду занимается 130 специалистов. Наиболее серьезные последствия урагана оставил в Яранском, Советском, Шабалинском, Арбашском и Котельническом районах. Для жителей сегодня организован контакт-центр, где можно узнать о сроках по восстановлению электричества.